Здравствуйте, уважаемые зрители канала компании Oil Therm. У нас для вас есть приятные новости. В канун нового отопительного сезона мы представляем вашему вниманию наш абсолютно новый продукт, а именно универсальную жидкотопливную горелку под названием Прометей. Горелка Прометей – это действительно новый и качественный продукт на рынке теплового оборудования, который полностью разработан и внедрен в производство специалистами нашей компании. Немного предыстории. Разработка горелки началась 3 года назад. Конструкция горелки претерпела множество изменений. В процессе большого количества испытаний были выявлены и устранены все недостатки. Горелка успешно прошла сертификацию в госорганах, и теперь мы с гордостью представляем ее вам. Горелка выполнена полностью в моноблочном исполнении. Нет никаких сторонних блоков управления. Все, что нужно для автоматической работы горелки, установлено на ее корпусе. Главными преимуществами горелки Прометей является: первое. Отсутствие открытой системы нагрева топлива. Второе. Простая и надежная автоматика. Третье. Компактный и прочный корпус. Четвертое. Грамотная компоновка всех элементов. Пятое. Возможность работы без топливного насоса. Шестое. Качественный и надежный топливный насос. Обо всем поподробнее. Первое. Отсутствие открытой системы нагрева топлива. Подогреватель топлива сделан проточным, с плавной регулировкой мощности нагрева. Закрытая система подогрева топлива делает наши горелки поистине универсальными в плане сжигания жидкого топлива. Что я имею в виду? Горелки с открытой системой подогрева топлива имеют в своей конструкции так называемые бачки-подогреватели, в которых масло подогревается тенами открытым способом. Бачки-подогреватели являются самым слабым звеном в конструкции горелок и со временем начинают доставлять массу проблем своим владельцам, а именно: запах в котельной от испаряющегося топлива, риск воспламенения топлива, риск перелива топлива из бачка, заклинивание датчика уровня, трудоемкость чистки, значительный перегрев топлива, засорение форсунки от продуктов коксования на тенах. Проточная система лишена всех этих недостатков и дает следующее преимущество. Использование легко воспламеняющихся жидкостей в качестве топлива, таких как бензин и растворители. Работа горелки в любом пространственном положении. Легкость и быстрота обслуживания проточного нагревателя. Отсутствие посторонних запахов. Второе. Простая и надежная автоматика. У инженеров и конструкторов любой техники есть золотое правило, что чем проще система, тем она надежнее. При создании горелки Прометей мы не стали отходить от этого золотого правила. В качестве автоматики для управления процессом горения мы используем автоматы горения типа LOA, которые теперь производятся и под нашим брендом. Эти блоки автоматики проверены временем, имеют разрешение на промышленное применение, широко распространены на рынке, ремонтопригодны, имеют доступную цену в случае замены. Третье. Компактный, прочный и легкий корпус. Корпус горелки выполнен из стали толщиной 1,5 мм и окрашен порошковой краской. Корпус горелки рассчитан на работу на открытом воздухе и в зоне действия повышенных температур. Горелка в готовом виде весит всего 11 кг. Четвертое. Грамотная компоновка элементов. Горелка создана таким образом,
что позволяет компактно расположить все элементы горелки и защитить их от перегрева. А именно, автомат горения, трансформатор поджига, который установлен за автоматом горения, и фотодатчик. Все они вынесены на максимальное расстояние от теплового воздействия. Пятое. Возможность работы без топливного насоса. Проточная система нагрева и подачи топлива имеет еще одно неоспоримое преимущество. Это работа горелки без насоса при подаче топлива самотеком. На мощностях горелки до 150 кВт можно вообще обойтись без насоса. Данная возможность недоступна на горелках с открытой системой подогрева. Также несколько слов о нашем насосе. Хотим представить вам топливный насос нашей разработки, способный перекачивать до 150 литров топлива в час. От самых минимальных значений до 150 литров в час. Особенность данного насоса не только в компактных размерах, но и в том, что он рассчитан на длительную работу благодаря бесщеточному двигателю. Может перекачивать легковоспламеняющиеся жидкости без риска воспламенения, что гарантирует пожаробезопасность наших горелок. В заключение, друзья, подводя итог, хотелось бы сказать, что мы сделали для вас по-настоящему качественный и доступный продукт. Если вас заинтересовала наша горелка или у вас остались вопросы, мы всегда рады ответить на них по телефону и на нашем сайте. Всю информацию вы найдете под видео. Спасибо, до свидания.